Какой год считается официальной датой основания города-крепости Самара на Волге? Как происходило строение крепостей Самар и близлежащих городов? И что за личность князь Григорий Засекин? Сельское хозяйство, промысла, добыча соли и рыбы? Интересные факты исторической Самары. Смотрите программу «Город С» 23 августа 18:15. Гость в студии Эдуард Дубман, доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского университета.